каково многообразие палитры художника и разнообразие тем. За каждым этюдом стоит своя история. Здесь по жанрам и сюжеты, и пейзажи, и отдельные зарисовки, и натюрморты. Благодаря таким этюдам мы можем показать разносторонность Пласта, его интерес к жизни той, о которой мы сейчас иногда говорим с пренебрежением, к жизни деревни. Здесь на этюдах изображена родная деревня Пластова, Преслониха. Мы, пропагандируя творчество Пластова, стремимся ваше внимание обратить к глубинке, к провинции. В ней есть своя тихая прелесть. Помните об этом, помните о наших корнях. Так как это открытие, то мы, как и Аркадий Александрович Пластов, стремимся ко всему подходить разносторонне. И к слову «этюд» мы тоже подходим своеобразно.